двух шагах от работы в мурманском транспортном филиале Норникеля построили помещение для отдыха и обогрева сотрудников, которым приходится трудиться на открытом воздухе. Это особенно актуально с понижением температуры. Новый синий модульный одноэтажный дом предназначен для тальманов. Их задача – учет грузов. Место работы – причал. В январские морозы, февральские вьюги, мартовские снегопады трудиться приходится у воды, где даже летом и то порой зябко. В основном люди работают на открытом воздухе, то есть в наших северных климатических условиях. Вот сюда, естественно, им будет комфортно приходить, то есть как бы здесь уже много места и для обогрева, и чтобы принять пищу, так сказать, в комфортных условиях. Это самое главное, чтобы, да, можно было прийти и погреться, высушить одежду, то есть как бы здесь вот еще будет сушильный шкаф, то есть еще просто, ну, не все перенесли, скажем так, из старой тальманской. Старая тальманская расположена по соседству, но то помещение тальманы делили с докерами. С вводом в эксплуатацию нового модульного здания просторнее, комфортнее, да и безопаснее в эпоху пандемии станет и тем, и другим. В рамках улучшения социально-бытовых условий и снижения воздействия на работников коронавирусной инфекции мы приняли решение максимально рассадить работников по разным помещениям и установили у нас на терминале раздельные здания для тальманов и докеров. Раньше они все размещались в одном здании и были максимально сконцентрированы на небольшой территории. В новом здании предусмотрены рабочие кабинеты, столовая и санитарные комнаты. В каждом помещении есть система вентиляции воздуха. Место для модульной конструкции выбирали так, чтобы стояла она как можно ближе к причалам. И людям удобнее, и безопаснее. Меньше передвижений по территории, где работают большегрузы. Это унифицированная типовая конструкция. То есть на базе таких контейнеров можно делать абсолютно любой планировки здания. Каждая комната оборудована отдельными конвекторами электрическими. Есть возможность подключения еще дополнительных конвекторов. Вот. И вход оборудован тепловой завесой. То есть сотрудникам там будет всегда тепло и сухо. Сдали новое здание чуть позже, чем планировалось. Работа подрядчиков затянулась из-за коронавирусных ограничений. Но к Новому году было все готово. Теперь новые помещения уже можно обживать. Илья Комлев, Павел Третьяков, ТВ 21+.